Исполнить свой гражданский долг приморцы стараются, даже оказавшись далеко за пределами страны. Так в эти дни в солнечном Самарканде наши приморские художники исследуют краски солнечного Узбекистана. Но выборы президента стали для них обязательной частью программы пребывания. Хочется отметить, что в Узбекистане в эти дни организовано две точки, два избирательных участка. Один в Ташкенте, в здании посольства Российской Федерации, и один в Самарканде, вот в этой гостинице. Сейчас мы здесь находимся. И многие граждане Российской Федерации, которые проживают в Узбекистане или оказались в эти дни здесь, сегодня отправились, чтобы выполнить свой гражданский долг. Мы вот видим очень много русских людей. Ну и среди них наши приморские художники.